вас научу рисовать любых забавных зверюшек, ну, за 5 минут. Рисовать будем или цветными карандашами, или фломастерами. Начинаем с любимого всеми зайчика. Так, начинаем рисовать с головки. Рисуем кружочек. У зайчика есть что? Ушки. У зайчика есть ушки. У зайчика есть на мордочке что? Глазки. Рисуем глазки. Зрачочки. Так, затем у него есть что? Носик. Продолжаем рисовать мордочка. Потом, что еще есть? Еще есть у него щечки. Такие щечки. Щечек у нас торчат. Усы. Дальше. Есть передние лапки. Да, вот такие лапки у него передние. Тут вторая лапочка. Коготочки. Есть что? Есть спинка. Вау, какая спинка. Задняя лапка. Пузико. И хвостик. Хвостик. Нарисовали зайчика. Начинаем раскрашивать. Начинаем раскрашивать глазик. У меня будет черный глазик. Да, усики тоже, наверное, будут черненькие. Вот такие, чтобы их было заметно. Серединка ушек у меня будет розовенькая. Серединка ушек будет розовенькая. Такая розовенькая. Розовенький у меня будет носик. Носик и щечки. Очень аккуратно раскрашиваю. Так, теперь я еще даже нарисую ему реснички. Такие у классиков. Теперь я хочу, чтобы у меня зайчик был не настоящий, а сказочный. Я начинаю его раскрашивать. У него будут такие ушки у меня желтенькие. То есть вы будете узоры придумывать сами. Грудка у него будет вот такая. Я рисую треугольнички. Разукрашиваю каждый треугольничек. Теперь еще что? Лапочки. Вот у меня будут. Я рисую узоры на лапочках. Теперь что? Полосочки на спинке. Полосочки на спинке. Давайте на заднем лапке. И начинаю рисовать, разукрашивать лапочки. Зелененькие полосочки, и еще зелененькие, и еще зелененькие, как будто он в штанишках сидит. Теперь вот у меня будут такие волнистые линии, я рисую на спинке, потом полосочки. И здесь полосочки. И разукрашиваю спинку. Задние лапки. Так захотелось мне поярче все это сделать. Ставлю здесь полосочки, здесь точечки, и вот такой у меня будет смешной хвостик, и вот такой смешной.
еще поярче полосочки, еще поярче. Лапки у меня будут желтенькие. И воротничок я сделаю малиновый, розовый. Такой розовый воротничок у меня будет на грудке. Вот так вот. И захотелось мне желтый хвостик. То есть я нарисовала основу зайчика. И теперь я начинаю его разукрашивать, как мне хочется, узорами. Зайчик готов. Все. Меня он устраивает. Ой, веселый зайчик. Ну, давайте еще я вот здесь немножко поярче сделаю. У него на лобике полосочки нарисую. Все. Зайчик готов. Следующий у нас будет лисичка. Лисичка. Так, смотрите. Я рисую сначала что? То же самое. Головку. Вот. Головка лисички. Что у нее есть? Острые ушки. Острые ушки. И смотрите, как легко и быстро я нарисую туловище. Раз. И раз. Все. Вот она у меня какая. Она будет сидеть. Что у нее есть? У нее есть лапки. Вот лапки. И задние лапки. И задние лапки. Еще у нее есть хвостик. Хвостик. Такой хвостик. Оранжевый я пока закрою. Нарисую. Что? Глазик. Нарисую глазик. Черненький носик. И нарисую ей ротик. Такой. Все. И начинаю раскрашивать. Кончики ушек. У лисички у нас черненькие. На груди у нас будет белая манишка. Кончик хвостика будет беленький. И лапки будут какие? Черненькие. Кончики лапок черненькие. Черные коготочки. Черные коготочки. И здесь у нее будут кончики лапок черненькие. Тоже с коготочками. Чтобы быстрее бегать. Все. И начинаю раскрашивать. Забыла нарисовать. Что? Щечку. У лисички есть щечка. Вот такую я смешную щечку нарисую. И даже сделаю вот такие полосочки, как закладки. И она мне будет розовенькая. Такая. Вот такая. И начинаю раскрашивать. Можно обвести все черным. Чтобы была у нас она поярче. Ну, вот я теперь ее обведу уже все. Лапочки. Хвостик обведу. Мне захотелось ее, чтобы она была поярче у меня. Вот. Вот она какая. Лапочки. И начинаю раскрашивать. На лисичке я не буду делать узоры. Я ее просто раскрашу. У меня будет голубой глазик, мордочка, как обычно у лисички, оранжевая. Я вот так вот ее раскрашиваю фломастером. Очень хорошо раскрашивать, если у вас есть цветные карандаши, цветными карандашами. Только не торопитесь, чтобы работа была очень аккуратной.